О, мы опять в лесу. Подожди, что мы здесь делаем? Ты же должен был доставить нас на плато. Хочешь бы я шла пешком в горы? Катерина, could you just stop complaining? Тебя вообще ног не надо. Мешать ныть по поводу этой жизни, Катерина. Кощей Бессмертного! Это когда-то владеет был Кощей Бессмертный. Могучное существо. Огонь вообще. And it's impossible to reach the peak by Кощей Бессмертный. Both of you must walk. Бессмертный в зле. А игла в яйце. А яйцо в штанах. Яйцо в утке. Утка в зайце. Заяц в шоке. А заяц вот он бегает. Ну давай его убьем. Заяц бегает с тобой. Заяц, это его личный, сразу личный напали заяц. Напали на вас, напали сразу волки, и всех убьют. И почти откидывает. Все, поехали. Такой, запилился. Бля, это какой-то ветеран. Зизунный животный нападает. Лень этих самых столбов. Куда он побежал, блять, стой. Ля-ля, он реально телепортнулся куда-то, ты видел? Кто? Да этот самый волк какой-то там. Какие-то курицы бешеные, блядь. Они атакуют Вася! Рух ветеран, блядь. Такие вопли от них. Бля, чё за локация ебанутая? У меня сам бежит куда-то, блядь. Да, может у тебя кнопка зажата. Да какая кнопка, блядь? Он меня не слушает, он просто бежит, блядь. Офигеть. Все нахуй, я выхожу в пизду, идете. А, тут такая война. Я ливнул, короче, потому что мне бежит, блядь, я его не контролирую. А что свою стену? Может тебе это самое, а магией? Как его заколдовали? Я твоя стена. Да я не могу, сейчас меня убьют уже. Кнопку потерял. Ебанутая игра какая-то, блядь, бесит меня, нахуй, сука. Бля. Зачем бесишь меня? Надо что-то делать, что-то делать. Вампиров взяли, блядь. Все, пизда, я отъехал. Жесть. И нассали на всех. Чё-то хз, как-то больно. Да если бы у меня не бежал, блядь, сам, но... Было бы проще намного. Ну а чем тебя вижу? Заглючил что ли? Охуенная игра. Да наверное. Богами левел дизайна нахуй. Уровень от бога, вот они. Эти птицы вообще, блядь, курицы какие-то, блядь. Баба там какая-то летает, блядь. Че хочет, не знает, сама, наверное. Меня волк из-под тяжка жрет такой, главное. А, зверин, принимайте по две таблетки. Ледяная королева, ебать. Сдохни, тварь, сдохни. Сдохни тогда от огня. Спутник жарит сверху такой. Джж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 ж
Можно хоть сундук открыть, подойти. Ну чё, суча-то, блядь? Чё-то ебан. Давай, давай, опа, а, получи. Скандал. Они меня замедляют. Хорошие люди. Редиски. Как дахнут вообще. Не говори, блядь. Такой бога левел сделан, вообще пиздец. Так, сундук там успел открыть. Вон не, вон не. Птичка. Надо постараться, такое говнище запилить. Кто стена вообще неправильно делается?
Когда у нее нету мобов, нормально. Блин, ты сам себе проход закрыл. Замурую, мать вашу! Не выебывайтесь. А потом меня заглючивает, не удивительно. Замурует меня. Быть лазером сжалит. Там целый этот плеяда спутников, наверное, лазер мог нарбить. А че здесь зеленый круг такой вокруг? Где какой круг? Не знаю. Вот видишь, я здесь. Зачем это ходит, не понимаю. А знает, это вот это ты имеешь в виду? Вот этот маленький бес, кто это такой, откуда это? А, это у Кирюхи. Это он загрузил свои сейвы, и ему типа далось это за халяву. Петайте. То есть типа он такой крутой чувак. Играет в лицензию. А не в Talent Edition. Old fuck you. Старый, блядь, пацан. Они меня узнают уже. Я свой в этой игре. Ебать, чит такой, блядь. А чё такой-то? Это уже... А, это знак общения, это они чё-то поставили. Тотем какой-то. Тумбстоун какой-то вызывает. Можно с горы вниз прыгнуть? Я не удивился, что можно было свалить с текстуры. Мельница какая-то. Волчки. Песики, песики. Песики. Чё это такое? Чё зелёное дали? Человек специалист по грибам. Сертификат специалиста по грибам, да. А, вот труп нашёл. Труп нашел чувака, который какой-то по грибам специалист. По-моему, создатель этой игры по грибам специалист. Вот чё, трофей какой-то дали, пацаны. А, во, дали это, руку эту. Лапу. You know, it's strange that nobody told me about the legend of the Deathless earlier. Oh, do you want me to tell you Borgovian fairy tales before I tuck you in? As a hunter, I feel compelled to know about ancient evil powers. Опа, 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 пацаны. Война. Запускаю. Опять свой тотем поставил. Щенье. Шлюшка. Не убивайте меня, блядь! Так такой этот самый лед с неба сыпется. Бесконечный лед. Легенда о бессмертном, блядь. Кощей нахуй. А Змей Горыныч тут будет? Не знаю. Змей! Опять этот, блин, собаку он меня напугал. Если мы сейчас вернемся, квест будет или что, я не понял. Не знаю. Может опять надо войска и будет посылать, да и все. Нахуй. Че он до меня доебался, этот самый? Знак мщения. Понаставили всякое, всякого говна. Мари знак. Неизвестная расходная вещь выпала. Из чего? Из столба? Столба. Опа, посох дали. Нихай на себе. Че, нормально посох хоть? Мана за стойкость колдовства. Пусть колдовство. А перчатки. Ну-ка, что за перчатки? Мана за здоровье меньше. Кому нужен зелье 10 стойкости физическому урону навсегда? О, дай мне. Лени с посохом. А чё он не выкидывается сейчас? А может она такой персональный? Да, похоже, он не выкидывается. Здесь подстава.
подстал, пацаны. Я вам говорю. Ты так обрадовал и кинуть решил нас, да? Да, я люблю кидать людей. Как Дима. Не будь как Димой. Нет, я буду как Дима, не учи меня. Не учите меня жить. А чё, он вообще не будет, типа, сказал? Да хер его знает. Он такой, нахуй! Это у меня тормозит. Я говорю, ну настрой. Да ну нахуй, настраивай. Да, да. Это Дима стайл. Ты такие собрали толпу и ебашим их. С орбиты ебашите все, с орбиты. Что-то вылетает во все стороны такое у тебя. Ну это обыкновенная стрельба типа. Да? А он стрелами стреляешь? Нет, типа ледяными этими осколками такими. Завораживающий выстрел. Замедляющая аура и вьюга у ней. Собачки. Че вам всем от меня надо? Нате вам, блять, я дам. Ходи, сейчас тебя сожрут, чувак. Я танк. Да по тебе видно, блин. Блять, сам себе дорогу прикрываю. Нате его. Собаку замурую. И сожгу ее там во льду. Слушай, ты играешь, потому что ебошить всей хуйней до тупо. Да. Берешь так и ебашишь. Всем, чем есть, толпу. И так всю игру. А суть игры милишником, чтобы жать одну кнопку. Копье Дон Кихота, прикинь, нашел, ага, крыч. Да-да, я видел. Че за копье? А, Дон это Кихота. Квестовый. Дается, а где она лежит? В квестах последней, где эта иконка такая. Сейчас разберемся. Неизвестный трофей опять выпал. Прикинь, я призраков даже могу замораживать. Нормально. Тебя это удивляет? Да, немного. Че-то кричит женщина. Не кричи. Визжит она, не кричит. Блядь, новый трофей нашел. Перо, короче. Перо гарпии матриарха нашел, короче. Че такое, блядь? Че происходит? It's a goldfish, silly. It will grant you three wishes. It's worth a try. I wish I had a sweet, polite ghost companion with nice manners. Oh, I should have known. You arrogant, pesky mortal. See? It didn't work. I'll grab it for dinner. Возьми ее потом себе. Ты побесплюнил ее, слышишь? Глянь, он рыбку эту взял. Тяни, да, замерзшая золотая рыбка. Если верите сказкам, что-то. Копье Дон Кихота и сертификат специалиста по грибам. Вот это три костные шмотки у нас есть. Там трупак какой-то валяется. Вот она, олень бежит. Мама, веселая, блядь. That was a classic Borgovian holdup. This man must have been a merchant. Классическое ограбление. Why are you so squeamish? We could find something that tells us who he was. Fine. Let's see if he carried something useful. Not much. A letter, signed by someone called John. The list of the goods. Список товаров. Такие монстры стоят в стороне. Да, пока не пообщаются. Мотивом. Ой-ой! Чуть я не отъехал.
Сталине. Что ты застрял еще, пацан? Как мне отойти? Или это... они меня замедляют, какие эти шайки. Я думаю, что за фигня. Так, олень, иди отсюда. Зловещий олень, ветеран, блять, войны. Войны. Во Вьетнаме. Да, по-любому. Вьетком поносил. И что дали за этого долбоеба? Ничего? Давайте нет. Я ничего не заметил. Ничего хорошего я не заметил. Скажем так. Замурую, мать вашу. Не лезьте. Забор норм. С этого бы все тратили начинались. Если мы с одной стороны забора, а Кирюха с другой. За забором. Спрячь за забором девчонку. Выкорду вместе с забором. Да. Не отступите, монстры, теперь. Он еще не сдохла, королева. Сундук нашел. Все. Сожгли ее. А че мне не заходит наверх? А, он зашел. Золотишко, золотишко. Всех убили, всех зарезали. А че, ничего не дали? Да, походу ничего вообще. Че за подстава? Я думаю, да, подстава, можно подстава, будет лутануть. Оля там ты какой-то ошибался. Стоит. Бля, меня олень сбил, прикинь. Дерзкий олень какой-то. Сожгу тебя. Ух ты, сука, портает меня. Дата. Зачем портаешь меня? Не портай меня. Заморозил, пидора. Возможно, у тебя мой талант портает. Блин, свой тот поставил. Если у тебя меньше 20% здоровья, тебя отталкивают куда-то в рандомное место. Да. У всех или только меня, или только тебя? Я не пойму. Вот сундучок еще нашел. Где? Внизу. О, ленте, что-то. Неизвестная вот вещь. Еще сундук. Вообще написано у вас, я не знаю, где посмотреть. Ой-ой-ой. Чё посмотреть? Я отъехал. Где посмотреть, действует ли на вас аура моя? Ну, тут чё не знаю, то не знаю. Не, ну вообще пока... Я когда стою с кем-то... Аура точно на вас действует моя. Вообще, слева внизу. Показывается слева внизу, да? Да, да. Ну вы видите какую-нибудь ауру или нет мою? Я только свою вижу ауру. Нам, сейчас мы это самое завалим. Может, можно будет посмотреть. Ну, последний рубеж у меня вот такой, я пытаюсь. А больше ничего я не вижу. Ебаные волки, блять, бесконечные, сукины дети. Аура пренебрежения дает постоянное сопротивление всем типам урона, возьми 1-6. Да, вот аура пренебрежения есть сейчас у меня. Еще разряд, энергетическая колонна, последний рубеж. Ну это когда мы вместе стоим, тогда да, она дается. Аура эти. Ай-яй, меня... Завалили. Короче, что проверил, не работает. Королеву. Пошел, мазут. Ха-ха, зажали. Кого это тебя, Кирюха? Да-да-да. Сейчас все скиллы в нее. Все. Так, тут еще... Ледяная императрица, ебать, не афиксов, короче. Весь экран закрывать. Это ее не спасет. Вы уж поверьте.
Да ж, ничего с ней путного даже не выпало. На уровень. А что невидимая какая-то у вас? Невидимая. Че? Во, вот, невидимая? Вот. Девка невидимая бегала в уховод. Это у меня... Кирюхи, да. Ай-яй. Я так думаю, Вася. Неумение, а, неумение, глянь, на уху меня не появилось нихера. Меня опять захуярили, падла. Че-то правда славу не дает нихера. Если твоя аура и действует, то на очень маленьком расстоянии. Да. Вот смотрите, сейчас у меня три ауры. А, когда столб ищет, тоже ауру дает, прикинь. Давайте углы обыщем, вот тут мужик какой-то стоит. This whole area definitely looks depressing. Что хочет, не знаю. Поговорим. Вуди, Питер. Не убивай меня, незнакомец. Ты всего лишь старый человек, у которого выпали все волосы и проблемы с кожей. Да ты зомби какой-то, мужик. Догадайся, почему. Потому что ты упырь. Пожалуйста, поверь мне, если бы вы подарили мне шляпу, чтобы я покрыл свою уродливую голову. Мелочи. Мужик, дай мелочи. Я бы мог сойти за простого смертного. Дайте ему шляпу, дайте ему шляпу. Да, дай ему шляпу. Here you are, a hat and some money. Pull yourself together, old man. Such a gracious man. Thank you, sir. Может, что-то даже... 2000 очков опыта. Ну, бля, тут какой-то этот самый висит, гонка, цени. Don't touch that. Не трогай это. Why not? Maybe the villagers are waiting for the signal to return. It's a creepy abandoned village. Жуткая, забавная... Нельзя же всего бояться, я ударю в гонг. Ты правда? Я в гонг. Сейчас как въебу по нему. Опа. Мы риснули пацанов, опасно. Великанша, прислужник. Блин, нихрена себе они долбят. Они топорами кидаются здоровенными. Блин, такая опасная. Блин, меня завалили. Это великанший берсеркер. Бля, я сейчас... Мне два раза ваншотнули, чуваки. Сейчас я отанулся. Саша, все из-за того, что ты заборник сделал. Я пытался, честно пытался. Я вон заборовал одну. Но они тебя вылечили, эти великанши. Уринотерапия на лицо. Зачем они это сделали? Зачем? Знаете, ой, а как это опасно? Это мамка великанш. Великанш всех. Такая защита снижает на 25%. Саша, короче, вон постучал, и местные шлюхи прибегают. Да. Они бегут шлюхи на зов. Я тебе знаю, как шлюх призывать, пацаны. Понял, Кирюха. Тебе, когда увидишь гонг, бей в гонг, пойдут шлюхи. Проверено. И зарубит тебя топором. Ну это уже вопрос. Смотри, какие шлюхи. Чё вообще есть? Домики пусто. О, глянь, тут какой-то мужик. Ещё один. Это Мах, адепт Перуна. Это ты же Дед Мороз. Ты подарки нам принёс? А это типа Снегурочка, да? Пиздит с ним. Well, I hired a hunter recently who looked like you a bit. I don't see how this concerns us. That hunter was supposed to destroy a black idol in the ink, but he hasn't returned yet. The idol ties this spot through the ink and allows monsters to pass through freely. I can keep them back. Мастер кунг-фу. Них у всех белая борода. If this hunter is truly anything like me, he's already destroyed the idol, and he's killing monsters on the other side. I doubt that.
The bridge would be closed in that case. Мне будет интересно узнать этого охотника. Ну, по-любому, если ходить. Wait. If the gate bridge disappears after the idol is shattered, how will we return? The following incantation will open a temporary gate to the idol. Flumi. That's pure gibberish. What was that supposed to mean? Что выебывается все равно, это бомба. Да ну когда дерзкая вообще. Была бы она живой, я бы ей втащил. ББПЕ по ней плачет. О, типа открыл проход. Новое задание. Сейчас наверх зайти туда. А, нельзя. Понятно, а ему уже смотри. Такой дедок. Пацаны, выручай! Меня тут харасят. Надо плащ на охотника. Плащ. Надо идентифицировать. А у нас охотника нет. Мне тоже какой-то дали плащ. Надо стопнуться на некоторое время. Вот там древние доспехи лежат, извините. A magic armor. Ну, вот сундук. What kind of idiot would leave here something like that? Will you take it? Позволь, я подытожу. Это древний алтарь, на нем ценный волшебный предмет. Подождите, я напоминаю отношение к вам. И мы в Баргове, поэтому нет, я не собираюсь там только. Почему нет? Возьмем, конечно же. 51 золотой, короче. И все. А, нет, доспех дали. Зеленый. Да, ну куда зеленый, все за доспех-то? О, неплохо, мне здоровье повышает. Комплект, кстати. Такой себе, на самом деле. Здоровье, стойкость дает. Комплект 2. А что, у меня две вещи из этого комплекта, прикинь? Получается. 200 урона. Чистильщик. А что еще у меня есть чистильщика? А что там за плащ-то говорил? Какой-то плащ. Мы говорили, плащ какой-то на охотника выпал. Да? Он, наверное, откинул. Накидка. Не, говно. Чего не нравится, давай обратно. Да-да. Да дай посмотри, подожди. А! Да на здоровье. А, кстати, а мне тоже перо дали. Дай накидка. На охотника, то есть вообще не на меня даже. Такая вот есть еще. Ну-ка, дай посмотри. Нет. Комплект 1000 всего года. А, плащ ликвидатора нету. О, плащ ликвидатора на... Ну, я одену. Да, дает какую-то здоровье, стойкость, одну хуйню. Слава не копится. Достижения не копятся, ничего не копится, умения не копятся. Как жить-то, пацаны? Ладно, похуй. Так, куда нам сходить еще? Так, шли, да, нам сюда. Может, сюда? Ну да, сюда. Оба! Это же это? Тут великанши с топорами метают. А? Соснули, да? Чё соснули? Они кидают, стоят все равно. Ничего страшного. Хоть бы заморозил, что ли. Не морозится они. Ну я поставил, чтобы они хотя бы не лезли к нам. Они все равно меня кидают, стоят. Но это мелочь. Ладно, я не лезу. Правильно, народился стеной и убежал. Зачем лезть на рожон? Я этого не понимаю. А че тут вообще какая-то странная планировочка уровня, блядь. Где я бегаю? Монумент грома. Ломай его, ломай, блядь! Ломай монументы! Вандалы пришли, о, опять не кидаются. Мразота. Нехуй. Ибо нехуй. Сейчас я вам еще там стену
Я сейчас вас замурую там. Замуруй, замуруй. Ля-ля-ля, она что-то спотыкнулась, что ли? Что-то такое прокачать, чтобы дамажить тоже, как бог. Да черт его знает. Ничего, наверное. Я сам тоже по одному скиллу прокачал. Смотри, какая лучше. На опыте понимаешь, какой лучше дамаж. Ну, хотя бы маленько это дамажит. По сравнению со всем остальным. Ну да, они стабильные. Да, лучи, да. Спору стабильность нет. Всегда решает в таких играх. Нестабильные скиллы ни нахуй не нужны. Батюс набежала, блядь. Сейчас я туда льда. Дом все. А чего ярость появляется? Тут бист, наверное. Да, чем больше убиваешь, тем это ярость больше. А вот так-то хер его знает. Я ярость использую в основном на это. На луч. Раньше, потому что она как-то медленно набирается. На тебя. Под ногами огонь и поджог. Опять эти птички. А вот и охотник. Где охотник? That makes me so angry. О, зеленый доспех залег. Like you know? Чё-то он немного мертвый, вам так не кажется? Да. Его убили маленько. Какой-то немного неживой. И подготовка слабая была. Школа, блять. Его сенсей не научился сжаться. Ой-ой-ой. Они плюются чем-то. Вы чё? Заморожу, мать вашу. Не лезьте больше. Пиздец, чуваки, аккуратно. Ой, блядь. Да. Шурик сдох, сдох. Не, я не сдох. Да ладно, сдох я видел. Или сдох. Для новое умение маньяк мне дали. Я маньяк. Я режу бабку подворотнем. Маньяк. А что за зеленая аура от кого-то отходит? Кого это? Кьюхи, что ли? Возможно. Там такое поле зеленое. А вот тут ледяная императрица опять. Она еще и лечится, я ебал. Ага, нихрена себе, нихрена отхиливается. У них столб омоложения вот стоит. А, сейчас я его сниму. Бля, он они тоже лечится, покинь. Все, пизда столбу. Ladies first. Блин. Right. Ля-ля, она пиздит их. Fine, let's do this. Flew me. Женщина. Типа она вызвала это. Заморозить тетку. А? Тихо. Сметь меня прожимать резко. Сломо! Такой. Макс Пейн. Такой в полете такой на-на-на с двух ножей. О, это сейчас мы в одно лицо задолбим. Мне просто не суждено выжить. Под таким натиском ударов. Так, и тут чернота выйти можно, да? Шмотками. Или нет, или наоборот, войти куда-то. Что-то еще есть. Он там еще сундучок криво стоит. Давайте бабки. О, мне какое-то яйцо выпало, покиньте теневое яйцо.
редкий трофей. Небо. А мне изогнутый рог. И плюс у меня перо гарпия еще. Да, у меня тоже есть перо гарпия. А, и изогнутый рог тоже трофей есть такой, только синий. Ну, неплохо. Че, это зайти можно? Что-то, или что это? Или это выход? Ну, по-моему, отсюда по-другому никак не выйдешь. Да, давай. Кошмар. А, да, где тут сразу портает? Next time you hire a hunter, choose more carefully. And good luck. Good luck. Че дал? Зачем артефакт? Good night, good luck. Новый уровень. О, мне дали левел. Мне нужен 37-й, 36-й, 37-й нужен. На следующий скилл пиздатенький. Fresh air and good old-fashioned monster slaying. You know me too well, my lady. Монстр, шмонстр. О, амулет дали. Какой-то. Амулет не нужен никому? Сейчас скину. Белый топор дал. Как, кому амулет тут такой, смотрите? Не, мне не нужен. Я тебя жду топорами. Я топорщик. Аксмен. Ой, это амулет Катюхи тогда одену. Катька. Так, все сюда отдадим. Аксмен! Так, пошлите дальше. Еще раз стукнуть в гонг. Мой лед остался. Опять орет. Заевали ебало, мразь, не ори. Ой, ебать, собаки. Да, этот самый... Орёт? Как его называют-то, блядь? По радио, который... Ну, стопора тебе, стопора, Вася. На тебе вам ядом. Так и мне, этот яд меня еще килит, походу, или че? Надо почитать будет про скилл. Ай-яй-яй! Вы это кончайте давайте. С своим тотемом опять. Надо громко. Интересно, я 1000 хилок смогу за всю игру потратить? Я хилюсь только хилками, прикиньте. Хилятся слабаки. Настоящие мужики без хила живут. Да ладно. О, вижу, там наверху стоят. Дерзкие. Давайте вниз сначала сходим, посмотрим. Блин, поздняк, я собак собираю. Наверх. Пизды получишь, все еще. Как я тебя тральнул, да? Как ты можешь? Или там дождь какой-то из снега. Такой. Жесть. Вообще, одни цифры зверей вообще не видно. Только дамаг показывает. Ах! Полетел! Этот медведь полетел! Он хочет меня атаковать! Олени какие-то. Сказочные олени нападают. Страну оленью. Это этот Бэмби или как там? Подходи, ледяной королева, твой мама делал. Давай. Не кричи, не в лесу находишься. Хотя я в лесу. Да, как-то даже звука удара нету, просто машет, стоит такой. Она такая, не! Она такая машет, не попадает. Так, сундуков нету. Атакуют. I can't do that. Мерзкие волки атакуют. I can't do that. Неплохо они так, неплохо всекают. Я вам доложу. Мать его. О, олень побежал. Сталин летает в воздухе, он заебал. Он просто в толпу влетает. Как настоящий про. Это скилл такой, что ли, я не знаю. Да-да-да. Ну.
Ты сейчас пугал, залетел мне, значит тебе дали всю забаву. 10% сундучок. Боевый молот дали. Нет, призрачная маска. Чё такое? Ебать, они тут влетели, все эти олени. Ой, я же могу так сделать, да? Олень окопался. Жалко, стену. Но надо стену прикачать побольше, мне кажется. Стена вообще огонь. Ну я не знаю, дамага с ней, по-моему, нет ни хера. Ну зато ее так поставить вокруг себя, смотри. ДПС нужен, блядь. Зацени, чувак. Я в домике. Да, все. Вот полезный пацан, блядь. Сел в домике, сидит. Да, нахуй надо. зачем летать в толпу? Там дикие олени. Разорвал он. Я видел. От пацана ни хера не осталось. Все. Бля, у меня заглючило это самое. Девка. Стоит такая. Да, у меня тоже. Девка заглючила, блядь. That's your usual luck with landslides. At least it didn't tumble down on us. Let's find another way. Холодные пещеры. Как у них тут неспокойно в этой барвы эти дела. Да, вампиры всякие. Че такое такое нету? Идешь по улице, у тебя 100 миллионов врагов летает. До магазина дошел, короче. Реанимация.